Всем привет, вы на канале Единорожек. Кира, мой новый канал. Короче, давайте начнем. Мы сегодня будем делать слаймы. Для этого нам понадобится тетраборат натрия, крем для тела и клей ПВА. Сейчас покажу результат. Кстати, это какой слайм? Это тесто для лепки, блин. Такой результат, короче, оно мягко очень, его жамкать можно. Давайте начнем. Вливаем клей ПВА в емкость. Я небольшой буду слайм. Так, я вылила все мои остатки, что мне только осталось. Все. Я все вылила, все, что мне только осталось. Добавляем в эту емкость крем. И тщательно это перемешиваем все. Если у вас уже это все загустевает, то вы везунчики. У меня еще ничего не останется. То есть вы поняли, у меня еще нифига ничего. Не. Загустел. Теперь добавляем тетраборат натрия. Еще раз покажу. Натрия тетраборат у меня написано. Добавляем его капельку. Прям капелюшечку. У меня маленький слайм, поэтому... Ой, слайм, блин, опять слайм говорю. Тесто для лепки. Да, потому что это на слайм не совсем похоже. Так, у меня уже он начинает отлипать от стенок. Если у вас еще нет, добавьте еще чуть-чуть тетраборат. Прям капельку. У меня еще, но не совсем отлипло, поэтому я добавлю еще чуть-чуть. Вот сейчас капельку. Прям капелюшечку. Я сейчас капельку добавляю. Я вроде ничего отлипать, а вроде нет. Вот. Она уже отлипла на ложку. Ложку. У меня, короче, я не знаю, это можно брать в руки, это не прилипает, это нет. Не прилипает, блин, не знаю. Не знаю, что делать. Прилипает? Не прилипает. Тогда можно добавить еще клубничку. Ой, клубничку, блин. Крем. Вот у меня. О, она уже все на ложку моя смесь собралась. Я думала, все или нет. Короче, нужна мука. Нужна. Да, кстати, в упаковке тетрабората очень мало. Но упаковку я Алисе Плюс подарю. Там почему-то этой упаковки мало, где она еще не раскрыта, а в моей ее много было. Ну, да, уже так же, как и у Алисы. Короче, если у вас уже получилось, вырезанчики. Мне тоже уже что-то получается. И мы так вместе, пока у нас не получится. Пока у нас карамель не застывает. И начинает застывать. Не, ну, уже так, как бы. Твердел, но еще липнет. Короче, сейчас я еще муку принесу. Сейчас. Не сломать. Теперь
Еще. Еще мотки. Так. Так. Вот. Что-то близнолёт. На всех похож. Так, вот все готово. Готово мое тесто. Ну, может прилипать еще. Да, оно прилипает. Можно его периодически обваливать в муке и его жамкать. И оно уже будет переставать. Но может очень сильно прилипать. Вы не волнуйтесь, потом это все пройдет. Вы его главное жамкайте. Главное. Вот у меня на ужин я его пожамкала 3 минуты, оно у меня уже не прилипает. Так, я его положу в свой мизунчик. У меня получился один большой, такой хороший. Мне, короче, нравится только. Так. Ой, короче, это как бы похоже на жвачку для рук, но это нет. Это... То есть не знаю, что это. Не могу объяснить. О, у меня руки, как их это нажимать на кнопку. Ладно, короче, с вами была Кира. И всем пока!